Васильич, забрасываю твой в обжирок. Голые березы, голая река, дерево сверху. Маленькое, наверное. Андрюха. Мать. Твое дерево смотрю, чтоб ты... Работает! Андрюха? Первый. Как у тебя? Поднесло, поднесло. Ты можешь сюда ее вставить. Не будете мешать грести? Как оно мне будет мешать грести? Очередной раз. То от щуки убегает у тебя, то на корягу напрыгивает. Ты чё? Только что было у меня, у Андрюхи и у кого нет. Что это значит? Что-то было у меня, у Андрюхи и у кого ничего нет. Давай сюда. Чего ты шел в доме своем?
сработал, старый. Так, его надо смотать. Работал, старый. Надо возвращаться. 100 лет не работал. Надо возвращаться к этому, к истокам. Снимается все. Только, блин, фотоаппарат убрал, да? И ложечка. GoPro стоп видео. Да, так, елочки на берегу, бац, засыхают. Вроде у воды, да? Вон, прямо вот по курсу, как мы будем, вон, левее немножко. Вон, видишь, елка. Высохнет, упадет. Пена, пена. Елку задели, запах такой. Елкой пахнет. Подвелка настрал. Ты что, не чувствуешь? Пользуется дезодорантом елочным. Смотри, он бобры прямо тут живут. О. А, погрыз дерево. О. Бобрка. Осторожно. У нас так завуалировано, что это не, как бы не мы, да? Как бы это, как эти, бобры. Не хватает только площадки. У нас островок весь вытоптан. И берег вон весь обхожен. Как он смел так делать? Наш островок.
Видел? Видел? Нет, откуда я спина твою вижу? Через камень не можешь прыгать у тебя? Вот тут такой коряги, мы сегодня отдыхаем. Да, вот пустили щучку. Вот он. Он пропустил. Упустил. Только что убежала щучка. Ну только что это да, да. Ну, да, нам не жалко. Нет. Да. Нам не везет. Нам около килограмма. Да. И больше. А меньше не надо. Хорошо. Я даже поинтересовала, почему ты сюда не... Она, конечно, могла и уйти уже отсюда. Почему она не берется нормально? Не умеет. Тыкается в нее просто, если. Пучки острые. Андрюха уже сегодня столько рыбы прозевал. Я не знаю, что он не забрал. Щука куней, блин, уже 2 килограмма. В таких местах только щука и ловилась. В травянистых. Классика. Ляпота. Как захочем. Я люблю.
Чуваки, ну запустили, что ли? Ракету запустили. Блин, что днем-то? Мы еще не увидим. Что-то все шумнее и шумнее. Главное, чтоб не в нашу сторону летело. Как они тут все, блин. Столовая у них тут. У них вон там еще жрачки, блин, вон. Целый берег, блин. Ну, здесь такое широкое место для неудобное, видимо. Когда-нибудь упадут эти все елочки. Вот эти бобры как раз, видишь, меняют быстро-быстро ландшафт. Это вершинка. Сейчас мы ли... Вот плохо то, что мы только листу просто. Ну-ка, еще там у нас за норка. Кто живет в этой норке? Тут-то в дереве. Тут дерево же, тут же дерево. О. Проделано любовно. Да. Однако. Да. Смотри, там уже на подрезе еще следующая береза. Там просто смотришь, у них все такие подпиленные.
еле-еле стоят, в любой момент могут на нас уронить, блин. Как, блин, эти партизаны. Так я тебе говорю, у них же наготовлено. Там он еще следующая, да, стоит? Погрызенная, рядышком он, береза. Снизу тоже уже приготовлена для падения. Вон. Если они не будут грызть, у них зубы вырастут. Они не смогут пасть закрыть. Мишей. Нормально все. Бросай. Ну, что дожидалось. Ты опять подвел очень. Оп. Вон и мотал, намотал. На, руки будешь мыть, на. Сам будешь руки мыть. Давай туда. Туда. Тоже он берег вытоптан. Вот и заметь, мы сегодня перед перекатом ни одной не взяли. Итак, мы находимся на последнем перекате сегодняшнего дня. Да, Андрюх? Скажи нам что-нибудь. Все очень хорошо. Единственное, что, конечно, воды очень много в реке. Но мы не без улова. Да, мы потом покажем. Мы вам все покажем. Вот оно, помали. Смотрите до конца. Была трудная рыбалка. Видос надо смотреть до конца. До конца. Конец будет после. Это хулиганит Андрюшка. Вы поете? Да, мы поем. Вы поете? Она снесет, она снесет, она снесет. Да пусть так и будет. Вот. Я еще на телефон не снимал, как нас здесь носит. Все. Все, влипли. Нас не несет. Влипли. Ясно, все. Оп, оп. Это с того момента, как я перестал снимать на телефон. Опа-на, ты спасай свое имущество. Так. Спасай свое имущество. О, и будет у тебя преимущество. А
Крутится, вертится лодка с веслом. Оно вот здесь, вот здесь, вот здесь. Нифига. Не знаю. Так никто еще не кидал. Вот он перепад полметра, да? Если не больше. Там она ждет меня. Я говорил, она ждет меня. Допрыгалась, допрыгалась. GoPro стоп, идем. Что, мы подплываем к нашему этому самому месту, где мы хотим съесть что-то горяченького. Уже время еще есть, потому что нам еще домой идти. Да домой-то ладно. Тащить. Тащить. Только наловил. Ай-яй-яй. Криминальное. Что это такое? Это вечер. Это вечер трудного дня. Что, отпрыгнет или как? Да не хочется. Иди сюда, дурь. Андрюха, ты еще и куришь. Ну-ка дай ей покурить. Иди, дурында.